Судебные приставы. Судебный пристав. Спокойный вечер жильцов квартиры по улице Гамарника был омрачен визитом судебных приставов. У них имеется задолженность за горячую воду и электричество. Ранее к должникам применили меры – отключили горячее водоснабжение. Теперь в счет погашения задолженности было арестовано имущество – микроволновая печь. Чтобы ее вернуть, необходимо погасить долг. На это дается 10 дней. С целью исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебными приставами применяются меры классического исполнения и, кроме того, направляются запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В случае отрицательных ответов судебными приставами осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на арест имущества для дальнейшей реализации. В ходе вечернего мероприятия по проверке имущественного положения приставы обошли несколько адресов злостных неплательщиков. Долг каждого – десятки тысяч рублей за потребленные энергоресурсы. Не все оказались на месте. С некоторыми провели разъяснительную беседу и вручили повестку для дальнейшего решения вопроса. На сегодняшний день в отделах судебных приставов по Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району находятся более десятки тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности за тепловую и электрическую энергию в принудительном порядке. Более 5000 жителей ограничено право выезда за пределы Российской Федерации, а также ограничено право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах в различных банках. В принудительном порядке с должников в пользу Дальневосточной энергетической и Дальневосточной генерирующей компании взыскано более 65 миллионов рублей. Подобные мероприятия по взысканию задолженности сотрудники Дальневосточной энергетической компании вместе с судебными приставами проводят регулярно. И под Новый год, чтобы не лишиться личного имущества или не остаться без горячей воды или света, необходимо своевременно производить оплату за потребленные ресурсы. Оплачивая квитанцию вовремя, жители оберегают себя от судебных разбирательств и беспокойных дней.